Приветствую вас в момент, когда, возможно, украинское общество как никогда хочет сближения Украины и НАТО. Как никогда в момент, когда нужно переходить от слов к делу и пониманию того, что реальные шаги, которые мы предпринимаем, выстраивая наш диалог, должны привести к каким-то ощутимым результатам в ближайшем будущем. Пожалуй, примеры последних сепаратистских действий и агрессии Российской Федерации дают много информации, в том числе и для жителей Востока Украины, для того, чтобы делать выбор в модели защиты и обороны. Я предпочитаю говорить прямо, и поэтому хочу вам сказать, что хорошо понимаю сегодняшнюю ситуацию в взаимоотношениях Украины и НАТО. И ясно осознаю, что НАТО сегодня не готово обсуждать конкретные модели членства Украины в НАТО. А вместе с тем и наряду с этим, если эти отношения имеют перспективы, то говорить об этом нужно как раз сейчас, достаточно откровенно и ясно. Эти переговоры должны быть, безусловно, на высшем уровне. А нам с вами надлежит сделать, господин директор, все, чтобы быть к этому готовы, иметь коммуникацию, выполнять те программы, которые у нас намечены и которые достаточно важны.